Вот вам и Карибика. Плавать практически невозможно. Все в траве, в этой гадости. Лучше Средиземного моря ничего нету, ребята. Вот так вот. Все в зелени, все в этом говне. Друзья сейчас отдыхают в Мексике, на побережье Карибского моря. Все бы хорошо, да вот море больше похоже на суп с водорослями, чем на море. Друзья страшно расстроены, конечно, всем обстоятельствам. А что делать, в Турцию ведь не пускают. Одно утешение – это зверушки, которых можно душевно покормить. Зверушки – это насухи, или еще их называют коати, род небольших млекопитающих семейства енотовых, распространенных на обоих американских континентах. Так, кормежка, ну-ка, кормежка. Ну-ка, зверье. Зверье строится. Кто тут голодный? Какие тут зверушки голодные? Смотри, эти по-настоящему голодные. И он. Тихо, тихо, штаны черно рвать. Штаны мне не надо драть. Я сама отдам. Ой, вкусно, вкусно. Ой, вкусно. Не, мне не надо. Ой, маленький совсем. Ага. Тихо, 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 тихо. Я добровольно отдам все. Ну, отдам добровольно. Ну, хоть не царапаются. Могли, могли бы штаны же. Так, все, банда, прыгай. Иди-ка, не меня сейчас на куски разберут.